Всем привет, вы на канале Футбольный Бигги, меня зовут Сергей Егоров, и спасибо, что беспокоились, высказывали добрые слова после того, как канал забанили. С 1 по 10 апреля у меня были определенные проблемы с работой на канале. Я сделал канал Футбольный Бигги новый, и через некоторое время я все подробно распишу или у себя в сообществе, или сделаю отдельный ролик, что на каком канале будет. Не беспокойтесь, все эксперты, которые есть, они остаются, включая любимого эксперта Тимура Гурцкая по прозвищу Бегемот, Владимира Абрамова. Его любимая рубрика «Вечерний Абрамов» останется. Сегодня состоялось заседание КДК по поводу, сегодня, я имею в виду в пятницу, состоялось заседание КДК по поводу так называемого дела Сухина. Я не буду называть здесь фамилию Василия Козловцева из футбольного клуба «Спартак», начальник команды, потому что все началось именно с Сухины. Вы помните ту историю, когда Станислав Валерьевич появился в судейской перед матчем? Этот видос распространил футбольный клуб «Спартак» у себя в соцсетях, который снимал все видосы и сводил все видосы и снимал в одно видео в рамках эфира в Ютубе. Все, что называется так, вокруг матча. Так вот, вы понимаете, в чем дело и о чем я бы хотел сегодня поговорить в реплике. Сухина говорит о том, что он заходил не в судейскую, а в предбанник. Спартак говорит о том, что господин Козловцев получил разрешение перед тем, как войти в судейскую. А сегодня вскрылось следующее, что господин Григорианс, это глава КДК, сказал о том, что вообще Сухина заходил 4 раза в судейскую. Как мне кажется, это ситуация, когда многие понимают, о чем идет речь. Ведь все, что произошло с Сухиной, это практически легализует разговоры о том, что судьи благоволят Локомотиву из-за того, что у них есть бывший арбитр и хороший арбитр Станислав Сухина. Конечно, мы можем принять на веру, что он приходил за протоколом, это так и есть, но когда человек приходит 4 раза, там понятно, что там есть какие-то были вопросы с принтером и прочее, но здесь возникает вопрос, что и утверждение, что у нас строгость регламента в данном случае или строгость закона нивелируется необязательностью исполнения этого закона. Ну вот, как сегодня сказал Артур Григорианс, глава КДК, только в одной лиге у нас есть вот этот запрет на посещение судейской. В ФНЛ и ПФЛ этого нет. А в Кубке России начальник команды, ну или человек, который внесен в протокол матча и подписывает этот протокол, может зайти туда с разрешения, если не ошибаюсь, инспектора. Вам не кажется это немножко странным, когда у нас вот плюс-минус в одних и тех же соревнованиях вот этот порядок посещения прописан по-разному? Мне кажется это странным, от этого пухнет голова и, в общем, возникает путаница. Я говорил уже на стриме и повторю сейчас. Локомотив попадает на серьезные деньги. Я думаю, что перенос матча в Химки или куда-то в другой город будет стоить клубу около 10 миллионов рублей. От этого не пострадает особенно футбольный клуб и футболисты. От этого пострадают болельщики, которым необходимо будет переезжать в другой город. Если Химки, то ничего критичного. Если в другой город, то это дополнительные расходы. Но опять-таки, все привыкли к Черкизову, болельщики Локомотива. Можно ли сделать так, но это уже касается РФ, чтобы в следующий раз, когда возникнет такая ситуация, уже в следующем году поменять регламент, чтобы штрафы были, ну скажем так, финансово били. Чтобы не страдали болельщики, которые, ну, привыкли ходить на один и тот же стадион. Ведь у кого-то есть абонемент, нужно будет менять место и со всем этим разбираться. Но разбираться, на мой взгляд, необходимо и с судейством. Я за то, чтобы, и говорил это несколько раз и повторю еще раз, чтобы наш чемпионат, ключевые матчи судили иностранные арбитры. Я понимаю, что сейчас многие выскажут, что вот мы не будем видеть наших арбитров на чемпионатах мира и Европы. Мне, честно говоря, все равно. Если наш арбитр не соответствует уровню чемпионата Европы и чемпионата мира, то им нечего там делать. Но это, в конце концов, и закон футбола. Если наши футболисты не пробиваются на чемпионаты Европы, хотя, по-моему, это в российский период было всего лишь один раз, ну, то это их проблема. Если они не отбираются на чемпионат мира, то это тоже их проблема и индустрии проблема. Значит, нужно разбираться с индустрией, чтобы она работала лучше. Чтобы туда попадали действительно в это дело лучшие арбитры. А сейчас ведь говорят о чем? Что слух такой идет, сплетни, о том, что российские арбитры написали какую-то бумагу Розеттина, Хачатурянца, это глава судейского комитета, о том, что такой человек, который не судил матчи, футбольные матчи профессиональные, не имеет права возглавлять судейский комитет. Я надеюсь, что это всего лишь сплетня.
Надеюсь, что всего лишь какие-то догадки, предположения и то, что помимо Лапочкина есть проблема еще у двух наших арбитров, о чем сказал на стриме наш известный судейский эксперт Игорь Федотов. Я надеюсь, что это всего лишь предположение и сплетня, что это неправда. Но, как мне представляется, проблема есть еще и в том, что главное слово нашего футбола – это тишина. Вот смотрите, что произошло. Случился матч Сочи-Зенит, и никто из РФС не отреагировал, хотя у нас есть Дмитрий Булыкин, эксперт по договорным матчам. Не потому, что он эти договорные матчи играл, а потому, что он за распознавание этих матчей, за профилактику этих матчей отвечает. Он долгое время, как он мне рассказывал, ждал какого-то ответа УЕФА по матчу Сочи-Оренбург, который вызвал у многих какие-то вопросы. Ответ, видимо, не пришел. У нас состоялся матч УФА-Ахмат, о котором, ну, тоже, как говорят, все понимают. Тяжелый матч в упорной борьбе, УФА победила Ахмат. А ранее в Кубке России победил уже Ахмат, который будет играть в полуфинале Кубка России. Но никакой реакции со стороны наших официальных органов нет. Меня бы устроила реакция, что, ребята, в этом матче все было хорошо. Это тоже нормально. Это значит, что мы следим за порядком. Мы посмотрели. Я не знаю, букмекерские коэффициенты. Еще что-то, у нас есть орган защиты игры. Все нормально. Не надо врать. Вы все врете, в российском футболе все замечательно применительно к этим матчам. Но никто же об этом не говорит. Тишина, проехали, играем дальше. Когда говорят об альянсе Сочи, Оренбурга и Зенита, то и что, дескать, надо что-то доказать и прочее. Послушайте, ну давайте мы посмотрим на бэкграунд взаимоотношений этих клубов. Это ведь не просто 12 очков Зениту. Но Сочи, по-моему, ни разу Зенит не обыграл. И Оренбург Зенит не обыграл. Это ведь еще и некий альянс при голосовании на определенные вопросы в РПЛ. Давайте вспомним, как принималось решение и какой счет по голосам был, когда принималось решение по переходу на новый формат Кубка России. Ведь голоса Сочи и Оренбурга тоже склонили чашу весов в пользу перехода на этот формат, который, на мой взгляд, ничего хорошего российскому футболу не принес. Потому что лучше от него в Еврокубках играть не стали, а загруз тех команд, которые не участвуют в Еврокубках, он увеличился. Это не привлекло дополнительное внимание к футболу со стороны малых команд и малых городов. Раньше 1/16 финала были большим праздником. А сейчас у городов, которые раньше могли увидеть Спартак, Зенит, Локомотив, Краснодар и ЦСКА, просто нет шансов. Просто эта стадия 1/16 финала исчезла вообще из розыгрыша. Ее нет. Как мне кажется, вот в этих обстоятельствах, когда главное слово российского футбола – тишина, вот в этом вакууме власти, когда есть очевидные проблемы, на мой взгляд, с коммуникацией у менеджмента РФС, ведь Александр Дюков общается с прессой только после исполкомов. Максим Митрофанов вообще не общается. Александр Алаев теперь занят двумя делами. И РФС, и ФНЛ. Есть у меня предположение, я уже об этом говорил на стримах, что на первый план выходят вот такие истории, как с матчем Лока-Спартак. Когда этот вакуум безвластия будут наполнять, ну, вот такие истории, как с появлением видеосъемки захода Сухины или с появлением слива захода Козловцева в судейскую. Но ведь РПЛ об этом ничего не сказала. РПЛ перестала проводить какие-то пресс-конференции, не какие-то, а очень важные мероприятия, пресс-конференции после тура, когда можно было задать вопросы по обстоятельствам матчей тура. Никаких комментариев нет. Российский футбол постепенно превращается в какую-то серую зону и гуляй-поле, где один клуб достает одну видеозапись, другой клуб достает другую. И РФС возникает не регулятором, а где-то сбоку. Вот у нас есть документ, по этому документу мы и дальше будем жить. Но нет позитивной повестки. Именно поэтому я очень рассчитываю, что вот этот фильм, который продюсировал Нобель, чуть-чуть эту повестку может поменять. Я вижу крайне жесткие оценки сейчас телекритиков и людей, которые смотрят этот проект. Но мне бы хотелось, чтобы здесь с водой не выплеснули ребенка, потому что история крайне интересная. Все-таки клубы у нас крайне закрытые и очень редко пускают к себе внутрянку вот этот тренировочный процесс, еще какие-то дела посторонних. А все-таки телевидение там постороннее. Мне бы хотелось, чтобы проект немножко, ну, может быть, больше доверили Нобелю. Потому что тот проект, который он делает у себя на YouTube, он качественный и он действительно волнует аудиторию. Вот если это удастся изменить, это будет очень круто. Если не удастся, то мне кажется, шанс на
какую-то смену позитивной повестки будет утерян. И главным словом российского футбола по-прежнему останется тишина, чего бы мне очень не хотелось. Стрим будет на следующей неделе. На следующей же неделе будут все эксперты, будут подробности. Я иду на два матча РПЛ, это Локомотив Ростов и Спартак Уфа. Иду на матчи ФНЛ, там тоже будет, надеюсь, много интересного. Ну и увидимся уже в понедельник, возможно, на стриме в новой студии. Всем пока!